Всем привет! Приветствую на своем канале. Игра American Truck Simulator, версия игры 1.43. Обзор модового грузовика Mack Superliner. Вот такой вот у нас Mack. Такой трак американец. Так, ну давайте его посмотрим по кабинам. Раз, два, три, четыре кабины. Первая. Третья, четвертая. Superliner 2. Давайте возьмем четвертую. По шасси, три шасси. Давайте вторую. По двигателям. Mack 260 литров. Mack 260 лошадей, Mack 315 лошадей, Mack 237, Mack 285, Mack 400, 460, 400, все двигатели маковские, 680, ну давайте возьмем 680, поставим ему. По коробочкам, так, коробочек много. 12 передач, 12, 12, 17, 12, вот, вот эту так, так и оставим такую, 12 передач, так, по салончику, два салона, давайте этот посмотрим, первый, прикольный салончик такой, прикольный, прикольный, без палочки выходит. Такой интерьерчик салона. Давайте первый возьмем. Так, по покраске. Очень много скинов написано. Я даже не знаю, какой взять. Ну, возьмем такой. Прикольно. Так, тюнинг. Мигалочки. Освещение кабины. Поставим. Так, дальше поехали. Так, бамперы. Так, это флажки.
Так, зеркала. Так, задние крылья. Такой вот, ребята, у нас маг получился. Так. Что я пропустил? Ага. Козырек там, ладно. Установлено. Установлено. Вот такой вот, ребята, грузовик Мак. Прикольный, мне нравится. Покупаем. Опять там это, наверное, темно у нас будет. И... У меня руль не подключенный, так что я много ездить не буду. Руль подключать надо. Без руля плохо рулится на клавиатуре. Опять это ночь. Может, как-то ее перескочим. Буксировку в сервис. За время не пройдет. Консольные команды отключены. Нифига, а я тебе не подключил дудки. Ну ладно. Все равно это ночь. Вот такой вот, ребята, грузовик. Очень много чего интересного по нему. Дальний, ближний работают. Поворот правый работает. Видите, как круто.
Левый тоже работает. Аварийка работает. Ручник работает. Все светится, смотрите, как даже в салоне, да? Круто сделано. Да, прикольный грузовик. Так, а ну-ка, ключик у него. Ну и ключ зажигания поворачиваться. Так, даже анимация педали есть. Тормоза. Да, анимация есть. Фар даже включается. Так, дифференциал. О, даже дифференциал включается, он сверху. Блин, крутой мод. Классно, вся анимация присутствует, все. И звуки такие. Даже нравится. Ладно, там хороший сигнал. Не, в салоне ребята классно вообще. Мне понравилось. Вот такой вот, ребята, модик Мак. Я, наверное, даже на нем покатаю. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Увидимся в следующих видео. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока-пока-пока. Удачи!